Давай, хлопами записываешь. О, еще и в обратную сторону придется монтировать. 9:33. 1 мая. Я, блин, просто не могу в это поверить. Заставили, обязали идти на 1 мая. Выдали флажки. И шарфики. Как я это все ненавижу. Нет, демонстрация 1 мая — это здорово, это офигенно. Ненавижу я обязаловку, когда заставляют идти на мероприятие, неважно какое. Все должно от души идти, по доброй воле, чтобы человек сам захотел и пошел. Этот человек подневольный, так сказать. Ну, как многие бы, наверное, сказали, раб-система. Нет, не раб-система, просто уважаю, так сказать, ценности. С уважением отношусь к тому, что есть, к той цивилизации, в которой мы живем. Надо уважать. Но не из-под палки. Ладно, что уже. В 11 сбор, скоро уже пойду. Может, поснимаю видосы оттуда. Здрасте, 10:57. Я, блин, просто не могу это поверить. Погода, лютый дождь. Такое нас обязывают идти. Требую к себе немного человечности. Thank you.
Незащищенных слоев населения, а также ветеранов. Ленский район уже много лет сохраняет первое место по эффективности деятельности органов местного самоуправления среди всех 36 муниципальных образований Республики Саха-Якутия. Сегодня в районной администрации трудится 79 человек. С 1 мая, друзья! Ура! Площадь вступает коллектив работников муниципального образования «Город Ленск». В составе колонны администрации учреждений комитет имущественных отношений муниципального образования «Город Ленск». Основной задачей администрации города является улучшение условий жизни ленчан, благоустройство, организация эффективной работы предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение инфраструктуры и выбор оптимальной социальной политики. Сегодня город Ленск динамично развивается, эффективно реализует федеральные, региональные и муниципальные программы. С 1 мая, друзья! Ура! Идет колонна работников муниципального бюджета.
учреждения культуры, центр досуга и народного творчества муниципального образования «Город Ленск». Режиссеры, звукорежиссеры, руководители танцевальных коллективов, художники, руководители кружков и творческих активов, костюмеры, участники. Все, мучения закончились. Это историческая машина какая-то? Кто-то из... Ну, 21-го Волга. Не, я имею в виду, кто-то из глав ездил на ней. А чья машина? Паша, а можно внутренность салона снять? Если разрешают, дамы там сидят. Ну и здесь. Мы... Не, чисто салон, не дамы, чисто салон. Здравствуйте. Я просто салон снять, интересно. Ну, раритетная машина. Просто салон сниму. Ну, реально, редкость. Ведь даже лажи до таких... А? Даже лажи до сегодняшних дней. Подожди. А, как она, как она? Во как. Система. Советская система. Не, ну молодцы, молодцы, сохранили. Много советских машин было, но мало кто дожил. Да, да. Вот при бережном отношении. С тобой вместе без этого. Кстати, юбилей у них. Сколько? 60 лет. 60 лет машине? Охренеть. Я на это, надо пенсионное устремление не выдать. Я не поняла, как это.